совершили? Расскажите, пожалуйста. А, что я совершил? Да. Я просто, знаете, вот тут такая ситуация. Совершил, что я забрал просто металлолом. Угу. Можете себе представить? То есть машина, даже не, там не скажешь, какая марка. Там уже гуляла рядышком женщина с собачкой. Ну, мужчина, и что она вот или недавно, или еще что. Угу. То есть приехали сотрудники полиции, то есть и сказали, что я совершил кражу. А кражу чего? Ну, кражу я понимаю, что я... То есть я вызвал воровая, я нуждался в деньгах. То есть у меня ситуация такая. Я нахожусь на свободе полгода. А с работы, вы сами представляете сейчас как. Угу. С моей биографией это очень тяжело устроиться. То есть работал отделочником, за деньги в оконцовке кинули. И как мне быть-то? Как жить? Так а вы ранее судимы за что? Ну, много за что. Ну, подобное преступление. Угу. Приехала девушка, няня, девушка там рядом живет. Просто ничего, у меня ситуация такая, то есть я живу у родителей, у меня нету своего, у меня